Фашисты, блядь! Отпустите быстро! Упражнение полицейских с чучелами. Веселое представление. То же самое в натуре. К этому времени на улицах немецких городов стали появляться вот эти ребятки в форме. Но, разумеется, это тоже люди. Вернее, они думают, что они люди. Гитлер как-то сказал: мне нужны люди с крепкими кулаками, которых не остановит принцип, если нужно укокошить кого-нибудь. Вот эти люди с крепкими кулаками. А если не сопрут при случае часы, добавил Гитлер, ну что ж, не беда. Они демонстрировали мощь нового порядка, устрашали. Но все-таки самым главным для этих факельцов было то, что они помогали превратить человека в дикаря. А готовый на все дикарь был очень нужен Третьему Райху. Он нужен был прежде всего для того, чтобы истребить все, что противилось. Все, что стояло у него на пути. Кстати, эта Академия права приняла постановление, согласно которому любовь к фюреру является правовым понятием. Поэтому за нелюбовь к фюреру можно судить уголовным порядком. Посмотрите внимательно на лицо этого солдата. Груды мышц, никакой мысли. Гитлер говорил: немецкий мальчик должен с детства уметь переносить побои и привыкать к жестокости. Вот и не привыкает к жестокости. Посмотрите, какие лица выбрал оператор. Привыкают к побоям. Ты ничто. Ты ничто, а твой народ это все. Но можно ли поверить, что народ все, если каждый представитель народа ничто? В этих дворах помнят, чем кончались такие демонстрации. Сюда приносили раненых. На улице выспали черные толпы эсэсовцев. Что-то произошло. Эта клятва была самой краткой. Я клянусь верности Адольфу Гитлеру. Ему лично, а также всем начальникам, которых он поставит надо мной. Клянусь безоговорочно выполнять любое их распоряжение. И все. Поклялся безоговорочно выполнять любое распоряжение любого начальника, и можешь надевать шапку. Ибо каждый из них ничто. А вместе они масса, а с массой нужно обращаться как с женщиной. А женщина охотно подчиняется силе. И кроме того, говорил Гитлер, масса испытывает необходимость в том, чтобы дрожать. I'm sorry. I couldn't resist.